Здравствуйте, дорогие наши ученики. Мы проводим сейчас тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. И в данном случае мы проходим массаж рук. Это сет про массаж рук спереди, когда человек лежит, ну, как я обычно говорю, пупком к Богу, а седалищным нервом в ад. Так, для этого целиком всю руку смазываем маслом вместе с плечом. Масла много не надо, а так сколько достаточно. Сразу полностью всю руку растираем и движемся, как вы помните, по сегментам от сердца, то есть первый сегмент наш будет, второй сегмент, третий сегмент и четвертый сегмент. Но при этом все движения все равно идут снизу вверх. Значит, сейчас уделяем внимание полностью дельтовидным мышцам. Сразу их размяли. Все предплечье поперек растерли, продольно растерли. И теперь работаем по пучкам. Вот передний пучок идет, да? Мы его начинаем с грудной мышцы. Отдельно пытаемся отделить от других пучков дельтовидных мышц. Отдельно его проработали. Отдельно средний пучок проработали. И отдельно задний размяли. Ну, настолько, насколько позволяет у вас ткани пациента схватить его за мясо. Плотность у всех людей разная, естественно, к людям получается более индивидуальный подход. Разминаем теперь бицепс и трицепс примерно. Также делим руку по вертикали пополам, да? Отдельно внешнюю часть, внутреннюю, то есть часть, да, промяли, и внешнюю часть. Подробнее мы разберем конкретно на практике, а сейчас я просто демонстративно показываю, как это проще сделать. Чтобы нам руку больше развернуть на себя, можно вот так вот сесть. И, соответственно, видите, нам открывается удобно для проработки трицепса и задней части плеча. Рука открылась, локоть открылся, отдельный локоток, каждую косточку проходим. И бицепс также проходим. Продольно бицепс, растрясли его. Все движения, видите, от периферии к центру, к сердцу ведем. Кровушку гоним куда? К сердцу, правильно. Развернули руку в эту сторону и также по вертикали, практически делим ее пополам. Внешнюю часть прошлись, внутреннюю прошлись. На скручивание. Уже можно всю руку пройтись до конца. Ну, приемы, в общем-то, все те же самые, когда мы делали массаж руки сзади, да? То есть пациент лежал лицом вниз. Все то же самое, поэтому я подробнее тут не буду останавливаться. Отдельно эти мышцы друг от друга промассировали и на растяжение. Теперь нам надо перейти к пальчикам. То же самое, что мы делали с рукой, когда она сзади, теперь спереди. Те же самые приемы. Костяшка на своих пальцев. Проминаем его пальцы в двух проекциях. Можно делать одновременно двумя руками сразу. По одному пальцу, чтобы было быстрее. И теперь вставляем свои пальцы между его пальцев, чтобы раскрыть ладонь. Вот она раскрылась перед нами, видите? Для этого наши большие пальцы очень удобно установились, чтобы подробнее проработать все бугорки, все линии, акупунктурные точки. Большие вот эти мышцы разводим друг от друга. Прожимаем, вот тут квадратно, по такому квадрату находится толстый кишечник. Вот его акупунктурные точки прожимаем достаточно подробно. Запястье. Запястье теперь сдавливаем. А второй рукой как будто бы пытаемся оторвать кисть. Берем на скручивание. Отдельно я большим пальцем вот эту косточку надавливаю на промежутки между пальцами на тыльной стороне ладони. Раз, два, три.
И в противоположную сторону. Раз, два, три. После этого расслабили руку. Вот так вот ее отдельно подергали, потрясли, расслабили. И можем перейти теперь к другой стороне. Вот с этой стороны. Либо руку ему за голову закладываем. Не прямо за голову, но вот так вот расслаблено, да? И более подробно прорабатываем вот эти вот участки, да? Либо можем на свое колено положить. И рука вот раскрылась. Для нас удобно. Опять же проработали все эти мышцы. Вот трицепс очень удобно. Видите, мы его теперь на растяжение можем использовать. Локоток на растяжение. И всю руку. После этого в заключение убираем лимфу. Для этого нам желательно локоть держать прямо, да, можно для этого упереться в животом. Вытягиваем всю лимфу в подмышечную впадину. Это делается достаточно медленно. Лимфатическая труба номер 3. Гудвина. Тянем туда. И мягкими движениями тоже уводим все туда. В заключение потрясли руку, растянули мышцы плеча и лопатки и вернули ручку в исходное положение, откуда мы ее взяли. Вот, в следующий раз мы пройдем другие более интересные приемы. А поэтому не отключайтесь, подписывайтесь на наш канал Академия телесно-ориентированных практик. И в следующий раз мы вам покажем еще кое-что интересное. Новые приемы, приемы воздействия на кости, на связки. Как мы можем корректировать позвоночник человека, выстраивая его вертикальную прямую ось. До новых встреч, дорогие друзья!